нас в гостях Януш Леон Вишневский. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Я сейчас организую, да, задник, чтобы все у нас было красиво. Рады вас видеть, замечательный повод для встречи, выход вашей новой книги. Хотелось бы пару слов о ней услышать. Хорошо, очень приятно, добрый вечер. Спасибо, что вы пришли и что будете слушать забавного, плохого русского писателя, который старается говорить на русском. Извините все ошибки и не забывайте, что для меня иностранные языки. Я говорю ежедневно на трех языках, но на русском не так часто. Я живу в Германии, вы знаете, во Франкфурте на Майне, работаю ученым, книги пишу как свободное время. У нас в компании 40 людей из 14 стран. Мы все говорим только на английском, пишем на английском, на улице говорю на немецком, а дома из Тигамарта есть на польском. А теперь мне получилось, потому что последние месяцы они приняли в нашу компанию трех новых мальчиков, двух из России, один из Украины. И они все курят сигареты. Я тоже курю. Но мы вниз на лифте едем и там курим и говорим немножко по-русски. Это хорошо. Я знаю ситуацию, которая происходит в Донбассе на Украине, и знаю реакцию русских на то, что там происходит. Точно от этих людей. И очень приятно снова быть. Я думаю, что уже был в этом Читай-город в прошлом году. Просто. Красивый. Уже не один раз. Торговый центр. И очень приятно всегда быть в России, в Москве. Приехал из Петербурга, там был. Три дня там происходил 6-й культурный форум, очень много интересных встреч о культуре. Мне всегда нравится, как я могу принимать участие в каких-то событиях, связанных с культурой. Там был и губернатор Петербурга, и приехал ваш Владимир Владимирович Путин. И это хорошо, если люди, политики, иногда замечают, что культура тоже есть, потому что без культуры было бы много проблем, и это хорошо. И слушали, что книги важные, что культура важная. Может быть, если они этого не забудут и деньги на это дадут, это всегда проблема. Было там очень-очень интересно. Но главная цель моего приезда с Франкфурта до России есть презентация новой книги, которая теперь была издана через АСТ, очень быстро. Премьера этой книги была, я ее первый раз видел в Петербурге, в книжных магазинах «Букфайер», в которых я ее презентировал. Интересно есть, что официальная премьера этой книги в Польше, в моей стране, была только неделю тому назад. Это невероятно, что книга выходить в Польше, и на следующую неделю она уже в России. Они просто молодцы. Послал польское издательство манускрипт, послал русским издательствам в тот же самый день манускрипт. И поляки только сделали редакцию, а русские сделали редакцию, 511 страниц перевели. Просто молодцы, невероятно. Еще до того они издали эту красивше, чем в Польше. В твердом переплете. Мне очень приятно, что эта книга есть, и почти все мои книги, не почти, все мои книги, которые я написал на польском, я пишу на польском языке, научные произведения я пишу только на английском, на немецком, но все о любви, о чувствах, о эмоциях я могу только писать в языке, который я учился от мамы и папы и в моей стране, в Польше, потому что я, язык — это не только слова, это только тоже мелодика. Если вы поставите глагол на конце, это имеет другие эмоции, когда он есть на второй позиции. И это трудно узнать, как ты уже взрослый. Я приехал в Германию, как мне было 33 года, и это было запоздно. Немного писателей было так талантливых, что могли писать хорошо на двоих языках. Один из них был в... Может быть, любимый Набоков писал на английском и на русском. Милан Кундера писал на чешском и на французском. Польский писатель Джозеф Конрад Кожениовский писал тоже на польском и на английском. Но
У меня такого таланта нет, поэтому я пишу только на польском языке, о чувствах и истории так называемой художественной литературы. Это важная для меня книга. Долго не издал романа, не писал романа. Много коротких форм эссе и рассказов, но роман я долго не издавал. Полтора года писал эту книгу. Это базирует на реальной истории, которая произошла в жизни моего друга. Он тоже ученый, живет в Берлине, но он не химик, не биолог, он математик. Один раз ехал на поезде с Берлина в Амстердам на научную конференцию. И он очень много курит, так как я. Вы знаете, теперь курить в поездах очень трудно, почти невозможно. То курящие ждут в станции, там идут на перрон, и там очень быстро курят этот пол сигарета. И он так тоже сделал 30 километров на станции перед Амстердамом, он это сделал. И там что-то страшного произошло, потому что в его мозге что-то произошло, он попал в кому. Реальная история. Его вертолетом взяли из этого вокзала. Счастливо, что вертолетом, а не на автомашине, там ужасные пробки, так как в Москве, в Амстердаме. И он, его привезли в клинику, и там 6 месяцев в этой коме был в этой клинике. Страшное было, что с купе, чтобы курить, выбег и взял пиджак не свой. В пиджаке, в кармане были документы другого человека. Так случилось, так может. И просто человек ехал с Берлина в Амстердам и пропал. Нет его. Никто не знает, что с ним, где он есть. Не доехал. Это мой, я тоже его искал. Тоже не мог понять, потому что он не отвечает на телефоны, почему он не отвечает на почту. Не мой его. Я рассказываю, как это произошло, что его нашли в этой клинике. И это есть первая часть этой истории. И мой друг с Берлина позволил использовать этот сюжет и включить его в книгу. И на этом он счастливо, у него было пробуждение из этой комы. У него были 2 эпизода клинической смерти. Он был очень близко смерти. Но он теперь счастливый, все хорошо, это много лет, 2 года уже, когда это случилось. Но я придумал, что можно использовать эти истории, написать другие, окончание этой истории, как он был в этой. Не он, как главный герой этой книги, был в клинике в Амстердаме. Там начали приезжать разные женщины, как он спал. И это были женщины из жизни этого человека. Женщины, которые он забыл, которые использовал тоже сексуально, с которыми они думали, что у них с ним отношения, а таких отношений он не видел. Разные женщины, которые он любил, которые его любили, которые были в его жизни. Просто они хотели ему сказать до свидания, некоторые хотели сказать, какие он плохий для них был, некоторые приехали, чтобы ему сказать, как счастливы они с ним были, какие важные моменты с ним пережили. Это, там вместе 5 разных женщин приезжают в эту клинику, говорят с ними, плачут. Читает ему книги, а он не слышит ничего. Тоже реальная история, которую я использовал. Как я поехал в Амстердам, и мне показывали люди, которые там сплют в этой клинике в коме. Я был в этой клинике, хотел дышать воздухом этой клиники, хотел встретить врача, я хотел погулять по коридорах этой клиники, просто хотел быть в этом здании, в котором происходит сюжет этой книги. Мне это позволили, потому что один из моих друг, моей младшей дочери, которая работает в Амстердаме, очень знакомый с директором этой клиники, он мне там спросил, видите, все с вами получилось. И поэтому, и это есть история. Это история о женщинах, о людях, которых мы любим и которые приходят в нашу жизнь, о которых мы забываем, а они нас не забыли. А женщина в жизни взрослого мужчины. И как это важно, чтобы мы не
никогда не забыли, что начать с кем-то другим любовь и о ней забыть, это страшно. Потому что никогда не знаешь, как она важная для этого человека. Эти женщины были много лет перед тем, что ему с ним произошло. А это, если эта книга, важная книга, то могло... Я бы хотел, чтобы эту книгу читали мужчины, чтобы подумали об этом не, конечно, в ситуации такой трагедии, чтобы раньше об этом подумали. Не, конечно, каким 60 лет, может, каким 20, 30, 40, 40 лет. Очень эмоциональная книга. Он делает ретроспекцию из истории, как он с этими женщинами встретился, что происходило между ними. Есть много науки, главный герой — это математик, у меня всегда ученые в книгах, потому что использую книги художественной литературы, чтобы немножко о науке рассказать простым языком. И это математика есть тоже в этой книге, и наука есть в этой книге, есть много музыки в этой книге. Женщины, как всегда, у меня оставляю в книгах на пьедестал, тоже здесь я их оставляю на пьедестал. Мужчины, калейдоскоп разных мужчин, о которых он думает, с которыми он общался, история здесь, и он не такой хороший мужчина. То не негативно о мужчинах, но о мужчинах, которые не замечают это. Интересно, что в эту клинику не приезжает его жена, самая любимая женщина. Это такой парадокс. Женщина, самая важная женщина в его жизни, не приезжает в эту клинику. Есть тоже интересная история с его дочерью, которую он думал, что она его не любит, потому что имеет поводы, чтобы его не любить. Он не имел времени, да, не читал ей сказок, а оказывалось, что она его невероятно любит. И говорит с ним каждый день. Он спит, а она говорит с ним на скайпе. И это тоже реальная история. Директор клиники мне рассказал, что была такая женщина, которая просила, чтобы его любимого человека каждый день видеть на скайпе в этой комнате. Много работы, потому что мне было много исследовать о коме, о медицинском состоянии. Много тоже узнать, что происходит с людьми, у которых есть пробуждение, как долго есть рехабилитация, чтобы снова жить. История и грустная, но первый раз в моей книге, на конце книги нет трагедии, потому что у меня всегда есть трагедии в книгах. И я очень рад, что могу представить в России. Она есть универсальна в этом смысле, что это она не связана с никакой страной. Эта клиника могла быть в Петербурге, могла быть в Москве, могла быть в Новосибирске, где-то любой. Самое важное чувство и то, о чем этот человек в этой клинике думает. У него не только одно пробуждение. Мне это нравится, что русский издатель сделал пробуждение буквами большими, чем эти все мои женщины. Мое название было «Все его женщины», но они подумали, что будет лучше, если будет «Все его». Мои женщины, они подумают, что это женщины Вишневского. Но и в Польше пробуждение с маленькими буквами, а «Все мои женщины» большими, а в России они поняли, что для меня это пробуждение важнее, чем это «Все мои женщины». Он происходит через много пробуждений. Потому что он думает в этой клинике о себе, о прошлом, о том, что важно в жизни. И там у него он происходит через многие пробуждения. И об этом есть эта книга. Я буду рад, если вы найдете время, чтобы ее прочитать. Спасибо большое, что приоткрыли нам тайну создания этой истории. Очень хочется уже взять и прочитать. А есть в зале те, кто уже прочитал? Нет, вот видите, все еще впереди. Эта книга, я думаю, 3 дня в России есть. Или нет, в Петербурге была раньше, но в Москве она в 17-м, думаю, была издана. Ну вдруг есть деревянные ваши фанаты, которые сразу
быстрее читать. Уважаемые гости, есть возможность сейчас задать вопросы, как я и говорила, чтобы выиграть интересный подарок. Да, подарок прекрасный. Как мне показывали, я спросил, дайте мне этот подарок, а не читателям. Это правда. Прекрасный подарок. Мне рассказали, что мне надо выбрать человека, который спросит самый интересный вопрос и получить этот подарок. Да, очень интересный. Поэтому ждем ваших вопросов, кто первый, кто желает. Да. Здравствуйте, меня зовут Люба, у меня как бы такой вопрос. А со скольки лет вот вы начали вот ваши первые книги писать? Самые первые книги ваши? Сколько лет мне было, как я начал? О, очень поздно, я уже старый был. Мне было 44, когда я начал писать «Одни ночи в сети». И это не было, что я писал книгу, мне просто в жизни в этот момент очень грустно было. Мне надо было против этой грусти что-то сделать. Я подумал, что если я хочу о своих чувствах, о том, каким я человеком есть, хорошо быть, если я буду это писать. Так начал, можно сказать, дневник своего электронного ящика истории моих друзей. И так было написано «Одни ночи в сети», которое не называлось «Одни ночи в сети», эта книга не имела названия в начале. И потом произошла два года после того, констелляция разных событий, что издательство в Польше получило этот манускрипт и издало его как «Одни ночи в сети». Эта книга уже 16 лет. И потом в 2005 году они издали ее в России. Издательство Петербурга «Азбука» нашло эту книгу в Польше, она была очень популярной. И ее издали в России, так начала моя литературная жизнь в вашей стране. И это так счастливо. Я гордусь этим, что в моей книге есть в России, потому что вы очень читающий народ. По статистике вы читаете в Европе просто как crazy, можно сказать. Потому что в моей стране, в Польше, не читают так много, как у вас читают. То есть литература – самая важная часть культуры, и я об этом узнал тоже в Петербурге. То я начал поздно. Если вы хотите, вы так и молодые, можете просто, я не знаю, что это хорошо, если поздно, если молодые писатели, если старшие писатели, так просто случилось. У меня не было плана написать книгу, я ученый, я магистр физики, магистр экономии, кандидат информатики, доктор химии. Никакого гуманитарного образования, которое бы мне подготовило, чтобы писать книги, у меня нет. Это значит, что каждый может писать. Для многих моих друзей это был огромный сюрприз, что их коллега, ученый, пишет о любви. Я помню, как мой профессор мне сказал: «Януш, я думал, что ты серьезный человек, а ты романы пишешь». Да, так есть просто отношение к этой теме. Но потом он мне сказал, что он меня забивает. Потому что у меня есть два света, два мира, я могу себя с одного в второе проходить. Мне скучно в науке, иду писать книги. Мне скучно писать, иду в мою науку. Это очень не повезло в этом смысле. Сначала эта книга, первая «Одни ночи в сети», была как психотерапия, только дешевле. Потому что один час психотерапии в Германии стоит 85 евро. А потом я узнал, что я переживаю много, как я пишу. Я живу жизнь моих героев, интересно, что они сделают. Иногда я пишу книгу, как вы читаете, открываю на первой странице, и мне будет интересно, что будет дальше. Так есть много моих книг. Я учусь много, чтобы написать роман «Бикини», надо мне было изучать историю Второй мировой войны, потому что это история, которая происходит, история любви. «Бикини» я люблю очень. Люблю эту книгу.
происходить во время Второй мировой войны, когда началась бомбардировка Дрездена, потом я прихожу в Нью-Йорк с 45-46 года. С Ирадой Вовненкой, с женщиной из Петербурга, мы написали книгу «Любовь и другие диссонансы», там, героем из музыкальной критики, мне надо было много прочитать про музыки, слушать музыки. Это меня развивает, можно сказать, не только в области алгоритмов для химии, но в других областях. Это мне было. Теперь книга «Одиночество» должна быть последняя, первая и последняя, а теперь их уже 20. Слушай, просто так живу. Наука, это, как рассказываю, это моя жена, литература, это любовница. И так просто мне трудно решить. Мужчина хотел бы иметь и жену, и любовницу. Мне трудно решить, с кем я хочу общаться больше. Но это важный элемент моей жизни. Спасибо. Януш, есть вот еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Аня, у меня такой вопрос. У каждого писателя среди своих книг есть любимая. Вопрос в том, что какая из ваших книг является для вас пробуждением? То есть какая из ваших книг изменила вас и стала для вас вот таким же пробуждением, как и вот, по примеру, герой книги? Спасибо. Ну, с точки зрения медицины, самая важная книга – это «Одиночество сети», потому что я переходил через период депрессии, как я ее писал. Она мне помогла с этой депрессией. Вытолкнуть себя в этом смысле. Но для писателя всегда последняя книга, самая важная. Это как ребенок, который родился, и он начинает новую жизнь. И человек думает, как ему будет в этой жизни. И старшие братья и сестры должны это понять, что теперь это самая важная книга для меня. Но с прошлого книга, которую я очень люблю, в которую я инвестировал много времени и исследований, была книга «Бикини», о которой я уже рассказывал. Вторая книга автора после успеха всегда важная. Весь мир ждет вторую книгу, если первая была успешная. Такой книгой есть «Любовница», сборник рассказов, который я тоже очень. Теперь трудно эту книгу купить, но сегодня у меня была встреча с издательством АСТ, и они мне обещали, что эта книга будет снова издана через это издательство. Очень личная книга для меня, это книга на Фейсбуке с сыном, это такие разговоры с моей мамой, которые я потерял, как я был очень молодым человеком. И было такое чувство, что я не хочу многих разговоров с мамой. Мы всегда думаем, что родители будут навсегда. Они идут, и у тебя есть чувство, что ты не окончил много разговоров. И я решил эти разговоры окончить, придумать. Написал книгу на Фейсбуке с сыном. Почти все свои дети люблю. И Грант интересный. Есть книги, которые, можно сказать, почти популярно-научные, например, «Зачем мужчина?». Есть такой сборник, и это маленькие книги «Молекулы эмоций». Но эти, которые я рассказал, это самое важное. Теперь, в следующем году, уже она не такая важная. Люблю «Бикини» очень. «Одиночество в сети» имеет специальную роль, потому что эта книга все начала. Она как татуировка, да? С каждой новой книгой я хочу ее немножко снять, но она всегда снова показывается. Всегда есть вопросы во всех странах, в которых я встречаю своих читателей о этой книге. И это я понимаю, потому что без этой книги она очень самая популярная и в Польше сделали фильм. С этой книги, читая ее в радио в своей стране, русские в Петербурге, в театре фестиваль «Балтийский дом» сделали прекрасную постановку этого
было в 29 году, в феврале, и я думал, что это будет, может, 3-4 месяца на афише, уже 8 лет. 19-го, как я был в Петербурге, была постановка снова, 2-3 раза в месяц не показывает это. Если возьмет время в Петербурге, я знаю, что в Петербурге можно делать что-то другое, но если есть время, посмотрите это Балтийский дом, недалеко от Невского, там есть станция, не помню, как это сказать. Но недалеко есть, можно посмотреть эту пьесу. Прекрасно поставили это. Они сделали это лучше, чем поляки фильм. Польский фильм ужасный. Просто есть там красивые картины, красивая музыка, но эмоций там нет. А в этой книге самое важное есть эмоции, которые я там хотел продать. А русские сделали так, что этих эмоций есть там много. Мне очень нравилась эта пьеса. Мне пригласили на премьеру в феврале 29-го, был нормальный зритель в пятом ряде, сидел с другими, никто не знал, что я там, где-то в этом зале есть. Это было такое невероятное эмоциональное переживание. У меня что «Одиночество» никогда всегда будет важной книгой моей жизни. Я начал мою польскую литературную жизнь или российскую. Она издана в 18 стран мира на разных языках, на которых я тоже названия не могу рассказать. На китайском, на вьетнамском, на разных, альпайнском, украинском, латвийском, и русском, и булгарском, на многих языках. Спасибо. Еще есть вопросы сейчас. Добрый вечер. У меня вопрос такой. Тут в аннотации написано, что ученый не молодой. И меня заинтересовал, может быть, несколько глобальный вопрос, и в том числе этот вопрос, скорее всего, касается и главного героя книги. Тем более есть возможность задать мужчине этот вопрос, это актуально. Возраст. Насколько возраст меняет мироощущение, мировосприятие мужчины, в том числе и женщины? И могла ли быть история этой книги несколько другой, если бы главный герой был немножечко моложе, а может быть, моложе значительно? Конечно, конечно, это очень интересный вопрос. Потому что возраст играет огромную роль, у него есть опыт, у него были эти женщины, он смотрит на свою жизнь. Ему ближе до конца, чем дальше до конца. И это важно для мужчины. Мы не можем ничего сделать против этого, чтобы каждый день, каждую секунду старше. Но можно использовать этот опыт, который ты получаешь, чтобы изменить себя на лучшего человека. Жалко, что это происходит очень поздно. Этот опыт ты получаешь с возрастом. Это хорошо, что если мужчины будут читать эту книгу, что они бы немножко узнали об этом. Как думает, возраст – это проблема. Специально теперь, потому что теперь есть абсолютный культ молодости. Тоже специально у вас теперь не покажут женщины, которые больше, чем 30 лет. Невероятный культ молодости, не только у вас, тоже в Польше и тоже в Германии, в которой я живу. Быть старым – это как болезнь. Люди живут теперь долго и лучше. Теперь 60-летняя женщина, а не 60-летний мужчина, это не старый. Много, 30 лет тому назад это было по-другому. Возраст в этой книге играет роль. Но это не значит, что мужчина, если у него есть старший, он лучше. Некоторые мужчины остаются до конца мальчиками. Для которых разница между взрослым мужчиной и мальчиками столько цена их игрушек. Игрушки дорогие у старших мужчин. Потому что они могут себе позволить на другие игрушки. И это играет огромную роль в этой книге. Хорошо, что молодые мужчины могут прочитать ее и
смотреть, как на мир смотрит взрослый мужчина, например, в моем глазах.